Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Казуха Фэмили, и мы играем в такую игру, как Кот и его призрачная дорога. Присаживайтесь поудобней, а мы погнали. Полный вперед, где-то в горах. Нужно идти вперед. Я иду второй день, а метель все не стихает. Дорогу я потерял давно, но возвращаться назад уже поздно. Бедный, бедный белый котик. По метели он идет. И найдет ли он дорогу, или просто он умрет? Это мы узнаем в этой игре. Вот. Я надеюсь, такая вот демонстративная отрывочек вам понравится. Интрига, интрига и еще раз интрига. А с вами был Казуку Фэмили, дорогие друзья. Так что ждите новостей и следите за новостями. А всем пока-пока.